почти прошла. Всем привет. Я ваша новая учительница. Приятно познакомиться. О, еще успею. О, какая непоседа. О, что это? Телефоны на уроке запрещены. Тебе ясно? Это будет тебе уроком. О, она его испортила. Что-то не нравится. Как невоспитана. Лучше оставь свое дыхание дома. Вот и отлично. Вы не знаете, с кем связались? Ой, какая она страшная. Эй, хочешь тоже получить? А? Кто там? О, я не помешал. А, это вы? Проходите. Фу, пронесло. Подойдите ближе, у меня сюрприз. Всем привет! Оу, а чего она так сверкает? Познакомьтесь, вы теперь будете работать вместе. Я так рада со всеми познакомиться. О, она меня уже раздражает. Надеюсь, вы подружитесь, мне пора. Ребятишки, что с вами? О, да на вас лица нет. Что-то случилось, а? Нужно от нее избавиться. Возьми, так удобнее. Отлично. О, не грусти, лучше поиграй. Ура, спасибо вам. Малышка, что с тобой, а? Не бойся, я не обижу. Вот, угощайся, а? Спасибо, мисс Бетти, вкусно. О, другое дело. Мисс Бетти, вы ведь знаете, что я лучший учитель. Не стоит переходить мне дорогу, а? О, ничего себе, можно взглянуть? Это последнее, что ты увидишь. Ну-ка, это... О, какой милый органайзер. Позвольте, я кое-что добавлю, вам будет к лицу. А, лучше отойди от меня. Мисс Делайт, чего такая серьезная? Ну уже. Больше не трогай мою булаву. Как скажете. А теперь звонок. Ура, перемена. Это еще что? Ладно, похоже, тебе повезло. Ура, я попала. Смотри, какой мячик. Смотрите, хэт-трик. О, нет. Смотри, куда кидаешь. Больше это не повторится. Это был мой любимый мяч. Я вижу тут еще один претендент. Мой мяч. Попрощайся с ним. О, нет. Что вы задумали, мисс Делайт? Будь хорошим песиком. О, нет. Успела. Спасибо, мисс Бетти, вы спасли меня. Вы наш герой, вы наш герой. Да бросьте вы, поймаешь мячик, а? Лови. Круто. Итак, ой, это никуда не годится. Дайте минутку. Еле надула. Держи. Мисс Бетти, вы такая крутая. Я не поняла, что тут происходит. Умоляю, только не злитесь. Как же страшно. Что? Все убежали? Решила мне тут все испортить. Забыла, кто тут лучший игрок. Так вот, напомню. Посмотрим, на что ты способна, Бетти, а? Нападай! Ну, она сама попросила. Что? Попала! Это еще не все. Хоппи, ты куда собралась? О нет, она меня заметила. Урок еще не закончился. Ты забыла оценку. Только не двойка. Можешь идти. Ну вот, только этого мне не хватало. Меня теперь все засмеют. Что? Они рисуют? Заходи, Хоппи. Мы ждали тебя. О, у нас урок рисования, но не на лице. Можешь присаживаться. Ах, какая молодец, Катнеп. Очень красиво. Спасибо. Я нарисовала добрую мисс Делайт. Я тоже. Она принесла мне косточку. Умница. А как твои успехи? Ничего не получается. Это точно не для меня. Ну чего ты нервничаешь? Может, попробуем раскраску, а? Ух ты, как здорово. Только тссс.
Я сделаю все идеально. О, что получилось? Смотрите, мисс Делайт с морковкой. Отличная работа. У тебя талант. Ну что же, занятие окончено. Можете идти на перемену. Круто. Спасибо, мисс Бетти. Я с вами. Теперь меня никто не остановит. Пора расставить всем оценки за тесты. Двойка. Что бы я без тебя делала, а? Получай. Ну и десерт. Секундочку. А это что? Не поняла. Это что, я? С косточкой? А? А где же моя сумка? О, вот же она. Привет, мисс Делайт. Ну, здравствуй. Представляете, вы муза. Дети так красиво вас нарисовали. Да что ты говоришь? Кто это сделал? Выпустите меня! Эй, помогите! Что же делать? У меня идея! Вот и пригодился карандаш! Я мигом отсюда выберусь! Не помогло! Секундочку! Кажется, я нашла замок! Ребята, мне очень нужна ваша помощь! Поставьте лайк под этим видео, и тогда замок откроется! Прошу, помогите мне выбраться на свободу! Не хватает всего парочки лайков! Освободите меня! Ура! Получилось! Вы огромные молодцы! Спасибо! Видели мой рисунок? Это же шедевр! Повешу на шкафчик! О, отличная идея! Я тоже так сделаю! Просто приклею на жвачку! Как круто! А что бы мне придумать? И так сойдет! Смотрите! Фу! Ну и гадость! Ну и ладно, теперь и мой рисунок на шкафу! Да уж, идем отсюда. Что делаешь? Ой, вы меня напугали. Я так и хотела. Противные детишки. Она что-то задумала. Уберите этот ужас со шкафчиков. Ого, как крепко. Ну ничего, я разберусь. Не надо. Ой, мне крышка. Ты угадала. Не убежите. Кто следующий? Оу, я не опоздала. Что с вами? Что-то произошло? Мисс Делайт разозлилась из-за рисунков. Даже шкаф сломала. О, это что, сопли? Не переживайте, я все починю. Трум-трик! Вау, вы просто невероятны. Я готова. Пора браться за дело. Сперва свернем рулон и не забываем про безопасность. Подождите. Почти готово. Поможете? О, конечно. Поторопимся, пока не вернулась мисс Делайт. Вот. Нам нужна еще полочка. Отлично. Как вам новый шкаф, а? Только не хватает цвета. Это я поручаю вам. О, клево. Я закончила. Умница. Внешнюю сторону тоже покрасим. Давайте в оранжевый. Ух ты, совсем как морковка. Догдэй, поможешь украсить пятнышками? Ты справишься? Еще бы. Трум-трик и готово. О, как здорово, ты молодец. Кэтнэп, я и тебя без дела не оставлю. Тебе я доверю верхушку. Ну и глазки. Здорово. Трум-трик. Я сделала! Ставь наверх! Ура! Как круто получилось! Этот шкафчик лучше? Еще бы! Просто вау! Вот и отлично! Теперь у каждого будет свой новый шкафчик! Нам очень нравится! Спасибо, мисс Бетти! Вы же мои любимые! Главное, чтобы вы были довольны! Неужели? Никаких объятий в школе! Ой, а я не знала! Вот же неудачница! А это еще что такое, а? Мне пришла в голову чудесная идея. О нет, что это за монстр такой? А? Мамочки, пора убегать отсюда! Так и надо! Ну ладно, поспешите, урок скоро начнется. Давайте, проходите, скорее, начнем!
Никого не забыла. Сейчас моя очередь. А, ну хорошо. Так-то лучше. Сегодня урок лепки. Ох, как морозно. А сегодня не передавали, что будет снег. О, да, а вот и пластилин для вас. Попробуйте, разомните. Разбирайте. Ой, какой холодный. Время пошло. Советую поспешить. Ну и как из этого лепить? Он же тверже, чем камень. Может напугать его, а? Время заканчивается. О, его даже не разгрызть. И что с ним делать? А? Открой меня. Так. Я тебе помогу. Кидай пластилин. А прямо к вам? Хорошо. Мисс Делайт, смотрите. А что там? Сработало. Кидайте пластилин в рюкзак. Скорее, успели. Ну и что я должна была там увидеть, а? Ребята, а вот и я. Я принесла горелку. Ого! Опять там что-то? Неужели она дважды купилась? Ваши игрушки готовы. Правда, похоже на вас. Разбирайте скорее. Там ничего нет. Все, удачи вам. Как круто получилось. У меня тоже. Вот оно значит что? Это последняя капля. Сдавайте работы. Посмотрим. Это невозможно. Ну ладно. Чему ты радуешься, а? Давай сюда. Как же им это удалось? Не знала, что вы такая пугливая. Вам тут очень весело. Я смотрю. Посмотрим, кто будет смеяться. Конец урока. Можете идти. Ну все. Готовься к поражению. Мисс Бетти, мы вас верим. Тебе это не поможет. Это мы еще посмотрим. Мы верим в вас. Вы победите. Меня еще никто не обыгрывал. 3 очка. Yes. Чего молчим? Вы лузер. Что? Где Бетти? Ха! Бросок. Ура! 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 Неплохо, да? Ну ты сама напросилась. А, не попала. Теперь мой черед. Мисс Бетти, всем привет! А, только не это! Оу! Вы в порядке? О, ничего страшного! Вы не сильно ушиблись? Не переживай, нужна твоя помощь! Эта учительница не дает спуску ученикам! Без тебя не разобраться! Скорее! Так, всем здравствуйте! Это ваш новый учитель! Привет, я мисс Бетти! А это еще кто? Привет, коллега! Прошу любить и жаловать, мисс Бетти! Надеюсь, вы подружитесь! Рада знакомству! Оставлю вас и хорошего дня! А как ваши дела? Просто замечательно! Что такое, малыш? О нет, мой бедный телефон! Ну не плачь! Хочешь новый телефон, а? Держи! Ух ты! Он еще круче, чем старый! Нет! Никаких телефонов! О, только не опять! Посмотри получше, там еще один! О, спасибо! Ну что, ребята, надеюсь, мы с вами подружимся! Как насчет теста? Давайте начнем! Это тебе, не торопитесь! Уверена, у вас все получится! Не переживайте, у вас есть 15 минут. Это много. Кажется, они не смотрят. Что я слышу? Это что, шпаргалка? Ну-ка, дай сюда. А? Как не вовремя. Это возмутительно. Ты видишь это, Бетти? Простите. Я вас всех отправлю к директору. Ой, у меня идея. Первое С. Всем видно. Спасибо, мисс Бетти. Вас всех выгонят из школы. Какая-то ты подозрительная. Ха, ну ладно. Во втором А. Ага, понятно.
Вы такие молодцы! Оу! А, что это только что было? Ну все, моя хорошая, пора сдавать работы. Вау, отличный результат! Кто следующий? О, ух ты, все верно! Ура, вы самая лучшая! Да что она себе позволяет? Это просто непозволительно! Кошмар! А ну, встали смирно! Сегодня вас ждут испытания. От этого теста зависит ваше будущее. Кто первый? Ну что? Может, начнем с тебя? Нет. Давай ты. Ну ладно, а сколько надо сделать? Ого, такого я не ожидала. Я так еще долго могу. Довольно, не прыгай, меня это раздражает. Попробуй то же самое с канатом. А? Хочу на это посмотреть. О, серьезно? Хорошо. Ой, какой тяжелый. Ха-ха, это было действительно смешно. Становись обратно. Что бы вам еще придумать? О, знаю, записывайте. Новая тема – становая тяга. Ха. Ты, давай, смотри, не надорвись. Это точно школьные занятия. Мне это не поднять. Ну все, хватит мучить штангу, а ты встань и смотри. Я покажу вам, как надо делать. Ах, вот, настоящая сила. Поняли? А? Всем привет. Только не это. Упс. Извините. Что ты наделала? А? Какой позор. Тише, ребята. Хотя это и вправду смешно, но не так громко. У меня есть для вас занятие поинтересней. Давайте украшать канат. Вы меня разозлили! О, нет! Учительница ломать! Отдай сюда! Что делать? Перетягивание каната! Становитесь, ребята! Да хоть все! Я все равно одолею вас! Не сдавайтесь, ребята! Это вам не поможет! Ого, какая она сильная! Нам нужна помощь! Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы мы смогли ее победить. А тянуть кто будет? Эй, вернитесь. И еще пару лайков, пожалуйста. Я больше не могу. Ну все, ваша песенка спета. Никому меня не победить. Да помогите вы уже. Скорее. Я вам всем поставлю двойки. Не надо. Спасибо вам огромное. Мы чувствуем силу. Теперь мы точно победим. Держись, малыш. Да? Еще чуть-чуть. Нужно тянуть все вместе. Давайте. Ого! И раз, и два. Ура! У нас получилось. Я вам этого не забуду. Ура! Давайте обнимемся. Так-так-так, кажется, еще никого нет. Ну вот и отлично. Нужно подготовиться. Эй, не бегать! Ха, или вы хотите двойки? Вы просто невыносимые. Начнем занятие. Ха. Интересно, что она делает? А? Смешиваем наши реагенты. У вас должен получиться специальный раствор. Это не опасно? Выглядит странно. Льем, не жалеем. Оу! Все взорвалось. Я ставлю вам ноль. И мы тоже. Привет. О, с вами все в порядке. Давайте я вас заменю. Может, пойдете в медпункт? Возьмите салфетку. А, спасибо. Я бы и сама справилась. А. Подготовим реагенты. Ага, отлично. Уверена, у нее ничего не получится. Оу. И я знаю, как ей в этом помочь. Добавим немного веселья. Ой, что это было? Как это произошло? О, я так сожалею. Наверное, ты не сможешь провести урок. О нет, и что мне теперь делать? А? Предлагаю уволиться. И поскорее. Ребята, мне кое-что пришло в голову. Мы сможем все сделать из подручных средств. Так. Этого должно хватить. А? Равномерно смешиваем. И размешиваем. Замечательно. Теперь возьмем бутылку в носке. Уверена, им понравится. Опускаем носок в мыльный раствор. Вау, как круто! Просто невероятно! Хи-хи.
Выдуваем пузырьки. Как здорово, мисс Бетти. Это лучший эксперимент. Ну как вам? Это точно 10 баллов. Единогласно. Ух ты. Я так рада, что вам понравилось. Наш скелет состоит из огромного количества косточек. Например, череп, дальше шея. Пора перебрать твои косточки, Бетти. Иди-ка сюда, Скелли. Осталась одна деталь – антенна. Лучевая кость? Оу, вы принесли нам манекен. Так мило с вашей стороны. Можешь не благодарить, коллега. А ну подвинься, кыш отсюда. Здесь лучшее место для наблюдений. Позвоночник состоит из разных отделов, и он держит нас вертикально. Самое время запустить Скелли. Давайте начнем наше шоу. А теперь полный вперед! Ой, что происходит? О, он что, живой? Это только начало. О нет, спасите! Вот умора. Ну все, возвращайся. Ты ее видела? Вот это комедия. Я не могу. Что это с ней? Вот так урок. Ну все, теперь серьезно. Сейчас будет тест. О, пора испытать мои волшебные очки. Ну все, ребята, время пошло. Приступайте. Так. Ваше время вышло. Пора собирать работы. О, я не закончила. Меня это не волнует. Ваше время вышло. Эй, постойте. О, ты что, спала на уроке? Ну-ка, давай. А, или что? Отдавай. Так-то лучше. О, надеюсь, это не испортит ваши оценки в четверти. Ха-ха. Двойка. Следующее. Фу, это так утомительно. Уже не хватает сил ставить им двойки. Ох, кажется, рука затекла. Фу, у меня идея. Так все будет намного проще. Ха-ха. Но разве я не гений? Теперь это сплошное удовольствие. Не могу читать журнал, пока ставлю двойки. Оу, что здесь происходит? Я выставляю оценки. Какой кошмар, там одни двойки. Это же бесчеловечно. Я должна это остановить. Я придумала, надо заменить штамп. Думаю, она не заметит, просто замечательно. Ну вот и все, пора раздавать работы. Наслаждайтесь. Ура, смотри, что у меня. Чему они радуются, а? Здесь что-то не так. Минутку. Почему у них пятерки? Эй, а ну, верните работы! Бетти, это ее рук дело! Бетти! О, кажется, сработало. Пока! И чтобы к экзамену все выучили, вам ясно? Ха? К доске пойдешь ты! Давай! Не надо, лишь бы не я! Вы хотите двойки? Не стоит так горячиться! Учить меня собралась! Ни в коем случае, просто это слишком. Раз ты такая умная, веди сама. Фу, ладно, и что у нас тут? Ого, это слишком сложно. Начнем с чего-то попроще. Кто хочет ответить, а? О, давай ты. Ну ладно, выглядит просто. Не бойся, сколько будет 2 плюс 2? Я не знаю. О-о, не переживай. Если у тебя есть 2 твикса, сколько палочек? 1, 2, 3, 4. Точно, это 4. Умница! Вот твоя оценка. Только не в лицо. Ну, конечно, нет. Поставлю за тест. Подходит. Ура, я повешу на холодильник. Будешь твикс, а? Да, но тут ничего. О нет, ну как это вышло? Да уж, мне тоже интересно. О, это все ты. Ха-ха, осталось без шоколада, так тебе и надо. Вообще-то есть правило, никаких сладостей. О, ты слышала? Фух, это правило для учеников, а не учителя. Ха. Не расстраивайся, малышка. Мы просто этого не знали. И спасибо за шоколадку.
Это ведь мне как учитель года. Я выигрываю это звание каждый год. Ха, настоящая королева. О, ты в порядке? Нельзя быть такой жестокой. Вы все бездарности, но попробуйте выжать из себя хоть капельку таланта. И может, я поставлю вам тройку? Ха, вам повезло, я стану вашей музой. Можете не благодарить. Начинайте. Хорошо. Но разве я не богиня? Начну с бородавки. Как успехи? О, мы уже начали. Не поняла. Это искусство. Это? Что это за мазня? Почему я синяя? Не обижайтесь, я так вижу. Вздор! Я должна это уничтожить! Два! Прошу, не надо! Я не поняла! Не стоит быть такой строгой. Не учи меня, как учить! У тебя есть свой класс. О, такая нервная. Малышка, не плачь, не слушай ее. Ты очень талантлива. Ха, у меня идея. А где она? Я тут, и я ваша новая натурщица. Узнала? Ты нарисовала меня. Эй, не грустите, давайте радоваться. Вы такая классная. Приходите к нам чаще. С огромным удовольствием. Присоединяйтесь. Как круто. Что у вас здесь за балаган? Кошмар. Эй, я вас не слышу. Что? Это вам не цирк. Упс. Одним упс ты не отделаешься. Это все должны увидеть. Отпусти. Ну уж нет, ты сама напросилась. Ой! Верни немедленно. Так это была ты? Вот умора. Не знал, что мисс Фиби Рестлер. Ого! Оно так быстро стало вирусным. Ой, она идет. Прячемся. Что это за смешки? Мы молчали. Я буду за вами следить. Это что, телефон? Вы забыли правила? Никаких телефонов! И чем заняты юные умы? Ха-ха, какая смешная. Ну, у тебя и лицо. О, умереть не встать. Ха-ха. Это мои лучшие фотки. Они совсем не смешные. И еще как смешные. Сделаю заказ. Алло, Тронтрик, доставка? Я уже здесь. Отлично, рассчитаюсь картой. Погодите, это мой телефон. А теперь с глаз долой, двоечник. Вы не имеете права так делать. Ха, а ну стоять, правозащитница. Хочешь еще больше проблем? А? Все, кто нарушают мои правила, должны быть наказаны. Ты не исключение. Ха, вот теперь подумай о своем поведении. Тебе все равно некуда спешить. Можешь начинать решать примеры. Ну это пустяки. Ха, открой глаза, тут решать и решать. У тебя 5 минут. Неужели его нельзя снять? Ага, поняла. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я могла выбраться отсюда. Я вас очень прошу. Не поняла. Ты что, хочешь сбежать с урока? Эй, не смейте ей помогать. Я не позволю. Оу! Пожалуйста, еще совсем немного, и я смогу освободиться. Я вас очень прошу. Ура! Получается, вы самый лучший! Наконец, я свободна! Всего хорошего, мисс Фиби! Фу! Нужно будет запретить лайки! Ух ты! Какое все яркое и интересное! Как вы считаете, ребята? Давайте проведем эксперимент. Смешаем лимонную кислоту и соленый раствор. Это разве урок? Я покажу ей настоящий урок! Ну вот, что же еще добавить, а? О, я знаю, что! Смесь выглядит стабильно! Это ненадолго! Деточка, ага, у меня есть особый ингредиент. О, да. Посмотрим, что ты скажешь теперь. Ой-ой, что случилось? А, только не это. Ну и лицо. Я не могу. Я должна все потушить. Тронтрик. Успела. А, Фиби? Бетти, я тебе этого не прощу. Я буду жаловаться в педсовет. Тебя уволят. Кажется, она не в восторге. А теперь, ребята, можете пообедать. Всем приятного аппетита. И вам, мисс Бетти. И вам, мисс Бетти. Кто это сделал? Бургер. Что-то не так? А? Оу. Крошка, ты осталась без еды? Не расстраивайся. Я поделюсь с тобой. Давай меняться. О, вы не шутите. Спасибо вам большое. Кушай, малышка. Мой голос за Бетти. Бетти, сейчас мое занятие. Освободи кресло. А это еще что? Непорядок. Кажется, меня хотят лишить победы.
Простите. Вы забыли правила. Никакой еды. Это вам не столовая. Это моя вина. Вот, я сегодня щедрая. И это все? А, да уж, чувствую себя козочкой. Было аппетитно. Ненавижу салат. Ну, что же, продолжим. О, вспомнила. Стоять! Конфеты тоже нельзя. Я слежу за вами в оба. Ха, ясно? Да, Фиби. Ох, ну не расстраивайся, мы что-то придумаем. Я не оставлю ребенка голодным. Думаю, мисс Куча правил ничего не заметит. Она же не запрещает носить с собой калькулятор. Вау, вы просто гений, мисс Бетти. Спасибо. Прячься. Забыла папку. Так, так, так. А чего это ты довольна? Сейчас вроде не математика. Это всего лишь калькулятор. Ну ладно. А, вот видите? Ладно, жди новое правило. Бе, вредина. Как вкусно. О, вроде принесло. Пора проверять работы. Всем пятерки за старание. У меня самый лучший класс. Коллега, чем занята? Я не помешаю. О, вам нехорошо? Давайте я помогу. Я уже рядом. Сейчас все пройдет. Уже легче. Не тряси ты меня. О нет, работа ребят. Как жаль. В следующий раз будь аккуратнее. Думаешь, это все? Вот, подсуши их. О, так мило. Эй, кажется, он не включается. Вот это будет хохма. Время попрощаться. О, нет. Ну и ну, ты купилась. Это не смешно. Я могла испортить работу учеников. Лузер. Я почти поставил рекорд. Ох, ну и сколько. О, чуть не уснул. Подъем! Учись! Я не позволю спать на моем уроке. Продолжайте читать. Ах, так тихо. Я не могу спать без комфорта. Так-то лучше. Как-то прохладно. Точно, у меня есть чем укрыться. Сладких мне снов. Доброе утро. Ага, я не сплю. Южная Америка самый... континент? Садитесь пять. Ах ты, решила сделать из меня дурочку? А я и не делала. Кажется, никого. Свидетели мне не нужны. Все чисто. Пора воплотить мой план. Она этого точно не забудет. О, да, весь тюбик. Не стоит переходить мне дорогу, деточка. Я просто гениальна. Ой, кто-то идет. Конечно, Джереми, я перезвоню. Так, посмотрим. Ау! Как же больно! Кнопки? Это что, пранк? Если жизнь дает лимон, сделай лимонад. Вот так куда уютней. Ах, новый день, новые возможности. Ой, мой телефон. В чем это он? О, как сильно прилип. Ну же, отдирайся. Фу, какая гадость. 2-0, коллега. Но зачем? Он совсем новый. Иди давай, а то слезами все зальешь. А у меня еще есть порох в пороховницах. Что? Только этого мне не хватало. Ну же, как много клея. Что? И не мечтай, награда будет моей. Добро пожаловать на премию «Лучший учитель года». У нас 2 претендента, но награду получит только одна из них. Ура, мисс Бетти, мы любим вас. Мисс Фиби, отстой! Посмотрим на голоса. О, да, первый пошел. Кажется, фаворит гонки уже известен. Как ваши ощущения? Вы волнуетесь? Кто победит? А, мы узнаем это ровно через минуту. Фу, ну и ну! Фиби не так везет в этом году. Не может быть. Смотрите. Ребята, что это там? Хорошо, что я все подготовила заранее. Побеждает умнейший.
Может, продолжим? А мы возвращаемся к нашему голосованию. Пришло время пересчитать голоса. Подержи, давайте начнем. Благодарю. Совсем скоро мы узнаем результат. Надеюсь, в этом году мне повезет. Ставьте лайки, если хотите узнать итоговые голоса. Ура! Ура! Не может быть! Тут какая-то ошибка. Поздравим победительницу! Это наш учитель года! У-ху! Ох, ты еще об этом очень пожалеешь! Это победа моя! О, нет! Фиби, не надо! Слишком поздно! Награда должна быть моей! Эй, что ты со мной сделала? Оставлена на второй год! Ой, не могу! Ну? Не переживайте, все будет хорошо! А ты чего уставился? Оставить тебя после уроков. Ну и лицо насмешил. Я бы на твоем месте так не смеялся. Я Супер Кит. И что ты мне сделаешь? Трун-трик. Ого, спасибо, ты спас меня. Хватайся за меня. Ну, хорошо. Трун-трик. Ого, где это мы? Тут так здорово. Позаботься о ней. Так точно. Будет сделано. Ну что же, так ты хочешь стать героем? Я Капитан Америка. Ну что, выбирай, кем ты хочешь стать? Я бы очень хотела стать, как она, русалкой. Не вопрос. Возьми вот это. Рация-ракушка. О, здорово. О, да, время набора массы. О, это же флэш. Как круто. Привет, новенькая. Секунду. Или, вернее, миллисекунду. А теперь за работу. Первое задание – бег. О, хорошо, только не свисти мне в ухо. Не выходить за линию. Начинаем по свистку. Трон-трик. Ого, да мне за ним не угнаться. Ух, да он просто молния. Эй, не отставай. Давай, скорее. Ага, уже бегу. Это не похоже на форму героя. Простите, мне еще ничего не выдали. Идея, примерь-ка вот это. Чешуя из вибраниума. Ха, тебе подойдет. О, здорово. Я бы уже до Гонконга добежал. Где она? О, да. Мне немного неловко в таком наряде. Ха, просто отлично. А теперь вернемся к тренировке. Трум-трик. Ого, сколько энергии. Я могу бегать вечно. Чего тормозим? Ух, она быстрая. О, нет! Чуть не забыла. И вот так. Трум-трик. Ауч, за что? Ну, как тебе? Отлично, за тобой не угнаться. Ты будешь чудесным пополнением в команде. Спасибо, что теперь? Мэйк, отлично, всегда о нем мечтала. И куда теперь? Ой! О, аккуратнее. Вот растяпа. Ха, кажется, это здесь. О, а тренировка меня измотала. Будьте аккуратны, злодеи особо коварны и опасны, поэтому сразу нападайте, вот так. Ну и скука, эй. О, как же я устала. Продолжим. Особо опасен Джокер. Никогда не знаешь, чего от него ждать. О, вот и развлечение. Как насчет небольшого рестайлинга? Ого, да это будет шедевр. О, я ничего не пропустила. Будьте осторожны! А, продолжим. Что это со мной? Харли, твоих рук дело? Это ужасно. Эй, полегче. Ай, больно. Ах ты. О нет, я влипла. Хочешь проблем, а? Девочки. Мы повторяем за вами. Мне нужна полная тишина. И это твоя благодарность за Мэйк. Он ужасен. Ой. И так будет с каждым. Отпусти, я же пошутила. О, тайм-аут. Никто не уйдет! Вам обеим это ясно? Да, Кэп, абсолютно! Давай продолжим. Бум! Ха-ха, ботанша! О, так намного лучше. Мне нравится. Что? Как тебе это удалось? А, книга про русалок? Вот откуда этот Мэйк. Жвачку! Ты же знаешь правила! Никакой жвачки на моих уроках! Вот же вредная! А ты, русалка! Отлично выглядишь. Можешь продолжать сбор костюма. Ура! Дальше диадема. Последуй за ней. Не теряй времени. Беги! Такая милашка. Ну и где она? Ого! Я! Привет, сестренка. Я чудо-женщина.
глава племени амазонок. Подойди ко мне. Вау, я? Легко? Я! Ну, как тебе? Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.